Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай. Об этом сообщил премьер-министр страны на встрече с секретарем парткома китайской провинции Шаньдун Линем У. Как отметил Алихан Смаилов, на сегодня более 6% всего объема торговли между Казахстаном и КНР приходится именно на Шаньдун. Вместе с тем, наша страна заинтересована в дальнейшем продвижении своих товаров на китайский рынок и поиске новых направлений взаимодействия. Этому будет способствовать запуск первого обратного поезда Китай-Европа по доставке казахстанского ячменя в Китай, который состоялся накануне в Алматы, отметил глава правительства. Он также обозначил важность проведения в Астане казахстанско-китайского форума по сотрудничеству с провинцией Шаньдун. В свою очередь, Линь У подчеркнул, что между провинцией и регионами Казахстана уже налажено продуктивное сотрудничество.